для конкретно для щенков. Мы покупаем регулярно вот такую вот консерву в шиншилке. Вот кот. Сейчас я его открою. Постараюсь открыть и показать, какой он есть из себя. Вот. Открываем. Вот. Так вот, сейчас нажму на паузу. Потом вот такая вот консистенция. Сейчас я наложу в тарелочку собачки, собачка будет кушать. Персик, иди кушать будем сейчас. Вот так мы накладываем собачки. Собачка уже сегодня кушала, поэтому это будет такое промо-видео. Очень мы любим с говядиной и яблоком. И телятина с морковкой, эту консерву. Так, и сейчас наши собачки будут кушать. Так, ну, собачек у нас много, но мы и даем это деткам. А это мама пришла. Вот с таким аппетитом мы едим. Всем советуем, очень вкусная консерва. За секунду все было съедено. Всем спасибо. Еще раз показываю, какая консерва. Вот. Сегодня у нас было с морковкой.